теперь, конечно, все зависит от наших партнеров, потребителей в Европе, в Федеративной Республике. Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие объемы российского, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году. Кстати говоря, это, безусловно, сразу же повлияет и на цену на рынке, на споте. И все те страны, которые, и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе.